Привет, друзья! Сегодня готовлю самые вкусные рецепты из Германии. Свиная рулька в темном пиве и копытца в афганском казане. Поехали! А в копытце добавлю светлого пива. А какие тут ароматы, если бы вы знали. Thank you.
Всем советую. Очень вкусно. Это стоит попробовать каждому. Для рульки сделаю соус из йогурта и огурцов. Как же это вкусно, друзья. Я не могу вам передать. Неси в беседку. Всем спасибо за просмотр. Читаю каждый ваш комментарий. А мне пора кормить мужчин. Пока-пока.